Владимир Смородский, Туапсад. Наступил конец осени, и вот у нас сейчас выпал первый снег, и ремонтантная земляника все равно продолжает давать плоды. Здесь вы видите на теплые грядки черешковый сельдерей, по крайней мере, он не замерз. Вот это вся грядка, которую мы использовали, эффект теплых грядок, гниение, который позволяет подогревать грядку изнутри, а снизу дает возможность при прикрытии лутораксилом дает прекрасный результат. Ну вот, это редкое явление, конечно, уже конец октября, первый снег, как я уже сказал, а земляничка у нас растет. Кстати, она дает урожай уже в конце июня и плодоносит постоянно, без остановки. По тарелке земляники мы каждый день съедали, и понятно, что земляника сама по себе, как и...